Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре страйкбольный автомат Сима SM040 АКС-74. В комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации, магазин, упаковка пластиковых шариков, зарядное устройство, аккумулятор и сам автомат. Внешне данный страйкбольный автомат является репликой легендарного КС-74. Приклад, как и у оригинала, складной. При разложенном длина автомата составляет 945 мм. Корпус и приклад сделаны из стали. Цевьё сделано из прочного АБС-пластика, окрашенного в черный цвет. Внешний ствол сделан из сплава алюминия с остальными элементами. Длина ствола составляет 495 мм. В данном автомате установлен привод, который способен вести огонь как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме. Из коробки модель стабильно выдает 120 метров в секунду, что весьма неплохо. Гирбок здесь металлический, третьей версии. Он довольно распространенный, так что легко поддается тюнингу и ремонту при необходимости. Аккумулятор устанавливается под крышку ствольной коробки. В бункерный магазин вмещается до 500 пластиковых шариков калибром 6 мм. Вообще модель обеспечивает весьма хорошую скорострельность. Кстати, в конструкции предусмотрена регулируемая система HOP-UP, которая закручивает пульку во время выстрела. Это сделано для улучшения скучности и дальности выстрела. Аккумулятор, идущий в комплекте, имеет емкость 1200 мА. Снаряженная масса автомата составляет 3 килограмма 100 грамм. Данная модель отлично подойдет для игры в страйкбол. Она хорошо собрана и великолепно выглядит. Также она весьма надежна. Купить этот автомат вы можете на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. На нашем сайте вы также найдете и снаряжение для игры в страйкбол. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!